Мама – это все. Мы для них опора, мы для них поддержка в тяжелую минуту, в хорошую минуту тоже, в радостные события. Вот у меня, когда внучка была, у нас все прошло, такие испытания прошли. Пока мы ее с роддома забрали, пока дождались. Вот. И я считаю, что даже вот моя дочь, которая родила дочь, она очень изменилась, когда стала мамой. Мама – это святое слово, которое должно быть лично в сердце всю жизнь. Без него никак нельзя. Где бы ты ни жил, где бы ни находился, слово «мама» сразу, даже если далеко, в другом краю земного шара, сразу становится рядом. Мама – это главное слово в жизни каждого человека. Маму надо чтить, любить, в каком бы мы ни были возрасте, в самом юном, в детстве, когда мы ходим в садик, в школе, когда на выпускном мамы плачут наши. Любовь, безграничная любовь, ответственность, ответственность за детей и за себя. То есть, если раньше я могла где-то приболеть, а сейчас моих детей будет любить так сильно только я. И радость, и счастье, и, ну, не знаю, все, мама, мама, все. К сожалению, я не часто говорю маме, что я ее люблю, но все-таки я ее очень сильно люблю. Ну, мама – это одно единственное, то самое-самое дорогое, которое есть в жизни человека. Либо мужчина, либо женщина, это не важно. Мать – это самое дорогое.